Всем привет! Продолжаем обновлять наш девайс. И сегодня хотели бы показать новую опцию. Эта опция платная. Для ее покупки пишите, как обычно, на e-mail. Значит, это опция для разблокировки магнитол серии NZN Z68T, NZT V68T, NZT Y68T. Пока на данный момент вот этих трех магнитол мы будем сейчас показывать видео по вот этой магнитоле NZT V68T. Вот такая вот магнитола. Она просит пароль. Пароля мы не знаем. Значит, что необходимо для ее разблокировки? В общем-то, магнитолу можно не снимать с автомобиля. Ну, в данном случае у нас она снята. Значит, нам необходим серийный номер этой магнитолы. И необходим загрузчики, которые у нас в опции PHT. Вот в этой опции мы берем... Так, вот эти загрузчики ZTV68 Y68, и с ними будем работать. Значит, эти загрузчики находятся, вы скачиваете вот такую вот, вот такие папки. Для разблокировки достаточно только загрузчика HD14. Значит, мы хотел бы еще показать карточки, которые хорошо работают на Toyota. Это вот оригинальные карты Samsung, не китайские карточки Made in Philippines. Вот. Очень хорошо, надежные карточки. В принципе, цена на них достаточно хорошая. 32 гигабайта. Значит, мы берем новую карточку. Открываем ее, эту карту. Так, сейчас она у нас. Сейчас представлю. Вот. Так, вот она у нас, чистая карточка появилась. Значит, и в нее я кладу папку HD14. В общем-то, этого достаточно для разблокировки магнитолы. Значит, мы ее копируем, просто обычно копируем. Никакой подготовки дополнительной пока на данный момент не требуется. Загрузчики находятся в этой папке. И с ними мы будем работать. Так. Все. Копировали, можно закрыть. И дальше мы открываем нашу опцию. Выбираем магнитолу. Здесь мы вводим серийный номер с экрана, который у нас показан на экране. В данном случае 3RA011-92, ну или с верхней крышки, ну, если снятый. 3RA011-92. Открываем необходимый нам загрузчик. Открываем его. Если мы откроем не тот, допустим, напишет error. Значит, это не тот загрузчик. Так, 57. Все. Значит, загрузчик у нас открылся. Данные необходимые вписались в него. И на данный момент мы будем использовать ERC-9032-400. Карточку можно таскивать. И нам необходимо с нее загрузиться. Чтобы открыть магнитолу, удерживаем аудио кнопку 5 секунд, то откроется.
вставляем оригинальную карточку, мы вытаскиваем, вставляем карточку, с которой мы будем загружаться, и сейчас нам надо перезагрузить магнитолу полностью. То есть в данном случае я просто отключу, включу питание, но если на машине, необходимо на несколько секунд снять клемму. Я выключаю на секунд 5, в общем-то достаточно. Кнопкой меню закрываю сразу же, если перед загрузкой. Если не нажмете меню, ну тогда вам придется вручную закрыть монитор, потому что так он не закроется. Загружаем с нашей уже подготовленной карточки магнитолу. Дожидаемся загрузки. Загрузка произошла. Так, и еще хочу показать, как входить в ERC правильно, не габаритами, как обычно. То есть многие до сих пор еще не знают, как правильно войти в меню для поиска, ну, в сервисное меню. То есть удерживаем кнопку меню. Выходит меню настройки экрана, и по внутренней части мы нажимаем несколько раз вверх и вниз. Вот здесь вот. То есть так, да, по внутренней части. Ну что, что? Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Стоп. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Что же случилось с меню? А, вот вошел. Интересно. Обычно быстро всегда заходит. Ну, в общем, вот, возможно, из-за того, что карточка не оригинальная стоит. То есть мы же ее не подготовили. То есть полноценную карту, если делать, то надо все файлы закидывать. Поэтому она немножко подзадержалась. Ну, в общем, вот по внутреннему меню вход, по внутренним кнопкам вход в меню. То есть не габаритами. Габаритами не все магнитолы заходят. Дальше находим ERC. Вот, и теперь вводим то, что нам выдал девайс наш. 90, 32, 1, 2, 3, 4, ну и нажимаем, все, пароль снялся. Но так как у нас карта не оригинальная, то, естественно, сразу все, ну, тут, в общем-то, дальше нам это уже не важно, то есть она не перезагружается. Если долго подождать, она, конечно, перезагрузится. Немножко она зависает так же, как и вход в меню. Ну, это нам уже не важно. Мы уже сняли. Опять удерживаем кнопку аудио. 5 секунд. Магнитола открывается. И ставим обратно оригинальную карточку, которая была с магнитолой. Опять же начинает загрузка. И дожидаемся сейчас загрузки уже клемму. Если эта загрузка не пошла, значит необходимо тогда снять клемму. Но обычно она сразу идет, потому что мы уже с родной карточки загружаемся. Дожидаемся загрузки уже с родной карты. Дальше смотрим, что у нас получилось. Все, магнитола не просит код. Здесь нажимаем правую. Настройки нам не нужны. Можем поставить свой пароль. Какой угодно. Это уже не важно. В общем-то, все на данный момент. И для наших пользователей, то есть имейте в виду, что вы загрузились с этой карточки, эта карточка магнитола ее залочила. То есть чтобы еще раз ей пользоваться, вставляем в девайс. Мы видим, что card locked после загрузки магнитола его залочила, и нам необходимо ее разлочить. Все, после этого мы можем уже повторно пользоваться этой картой, в принципе, без какой-то перезаписи. Все.